Я не прививаюсь. Почему? Не прививаюсь, все. Мы в прошлом году прошли эту прививку, а пока еще нет. Говорили, что здесь будет еще раз машина. Вот у меня сын хотел пройти, во всяком случае. Но не то воскресенье не было, ни следу, предыдущее не было. А где будут, особенно не объясняют. Я не служащий, я привитый, я нормальный к этому отношусь. Я моряк с 22-летним стажем. Я даже против этого не делала, против малярии я живая. Против гриппа нет, потому что я видела, как это делается, какие там машины. Я не доверяю. Мы не болеем. Ну, как гриппом прививка делается, чтобы мы, не заболеть? Мы закаленные. Я не хочу химию вливать, я хочу жить натуральным питанием, питаться, быть здоровой и без прививок. Ну, я вообще не делаю прививки. Пока не знаю, только переболела, но у нас тоже массово на предприятии проводится, и люди вакцинируются. Да. А как вообще относитесь к ней? Ну, честно говоря, больше полагаюсь на иммунитет собственный, чем... А потому что у меня билирубин высокий, с печенью проблемы. А как вообще к прививкам относитесь? Отрицательно. Дети у меня, внучата не делают. Судя по комментариям моих знакомых, которые делали эти прививки, толку от них очень мало. Да нет, наверное, не буду. А почему? Да уже старая. Ну а вообще, прививка вообще как относитесь? Нормально. Нет, я прививаюсь, и это положено, и так надо делать. Уже сделал. А к прививкам как относитесь? Положительно. Считаю, что они обязательно нужны. Да нет, наверное. Мы лекарства, если надо, принимаем. Вакцинации положительно. Нет, мне, я, как говорится, никак к этому отношусь, но я не буду делать. Вы знаете, я не думала еще об этом, вот, и не в курсе, на самом деле. Обычно делаете? Ну, обычно, да. Я не буду делать, как бы, и советую людям тоже не делать. Как бы, я считаю, что это вредно для организма людей, как бы, и для детей, потому что наша иммунная система должна сама с этим бороться. Сколько лет, как бы, люди жили, там, даже в 90-х годах, как бы, никто так много не болел, как сейчас болеет. Я считаю, что это, как бы, не стоит делать. А вообще ранее прививки даже делали? Вообще не делал, никогда прививок. Много раз, каждый год мне предлагают сделать от гриппа эти прививки, как бы, я постоянно отказываюсь.